забрала старое, но пришел какой-то человек с деньгами, и монеты, благодаря да? этому что-то начало новое получаться. Какой-то Короче. Проект стал возникать. О чем это вообще все? Пока не понимаю. Продюсер Иванов, продюсер Иванов, точно. Со смертью у нас перевернутая шестерка мечей и валет чаш. Валет чаш. Ну, это эмоциональная нестабильность, явно, да, это непонимание своих эмоций, есть, а перевернутая шестерка, недовольство собой, недовольство своим прошлым проектом. То есть, вроде делал, но что-то не нравится был. Мне то, что я делал, и вот смерть, был похоже, марксистом. Она этот старый проект забирает. Был марксистом, да, потом стал таксистом, нормально. А новый проект – это какой-то человек с деньгами, приходит, судя по всему, и что-то советует. Это все про прошлое. Советует да. много разных дел. Зачем он так много накидывает на одну карту? Дел настолько много, что прям сил нету на них. Не хватает ни времени, ни воли. То есть можно трактовать это таким образом. Может быть, это даже не человек. Ну, то есть, может быть, это инвестор, но вероятно. Это боцик. Боцик вероятно, пришел. Это ситуация, когда то, что человек делает, оно уже надоело, может, оно и уже морально устарело, и непонятно вообще, как от этого избавиться. А что новое найти? Мэдисон! Как Мэдисон же! Мэдисон! Мэдисон! Все, ребят, Мэдисон, это понятно. И деньги-то нужны. И деньги как бы очень нужны. И вот много дел. Причем много дел именно вот так как-то изо всех сил, я бы сказал. Не-не-не, стоп. Мэдисон, MadFM сначала разочаровался в проекте. Маргинал ушел с MadFM, как я понимаю. С Мэдисоном все равно дружит. Потом пришел продюсер и устроил, короче, про продакшн, видимо. Все, да? Как-то странное так. Сочетание. Пытаемся трактовать этот расклад каким-то более-менее вменяемым способом. С одной стороны, это, безусловно, какой-то кризис, да. То есть то, что человек делал, ему надоело. А что дальше делать, он пока не чувствует, он не понимает. Бывает. И в итоге он сейчас работает исключительно ради денег, занимается большим количеством дел, таким, что реально вот еле можно это все вывести. И дальше вот повешенный. Эль Колгадо. Эль Колгадо у нас означает предательство. Даже не предательство, а вполне вероятно одиночество. Предательство. Человек, несмотря на то, что он настолько популярен в интернете, внутри является очень одиноким. Ну да. Двойка, опять же. Двойка мечей, четверка жезлов. Двойка мечей – это некому доверять. Не на кого да. положиться. Все кругом верно. Одни мудаки. А четверка – это, видимо, срачи. Да, это конфликты. Да, ну, вот так поэтому и живет человек. Абсолютно совпадение. От срача к недоверию, от недоверия к срачу. Ну, кстати, относительно прошлого, там и про меня было более-менее вменяемо. Сейчас посмотрим, как он в будущее пойдет и в настоящее. Вот интересно. Еще пятерка монет, пятерка мечей. Пятерка мечей – это все-таки обретение какого-то смысла. Смысла жизни, смысла своих действий в этом мире, смысла действий в интернете. То есть... То есть это еще прошлое вроде бы. И здесь маг и шестерка жезлов. Ну и что же? Ну как-то пока на самом деле ничего такого внятного не происходит, да. То есть человек решил и дальше. Видимо, понимает он, что его работа – это работа шута, это работа даже не шута, это работа, клоун. Ну, такого, в общем-то, даже нимфа-цыгана, но провокатора, работа тяжелая и работа, в общем-то, такой своеобразный шоу-бизнес. Шоу-е-бизнес. Шоу-е-бизнес – это да, это есть такое. Маг – это же фокусник. Это же не то, что там маг, который маг. Да, это да, именно да, фокусник. Да. То есть, по сути, ну, он, шут. Видимо, понял, что его работа – это вот служить таким вот фокусником в мире философии. Это... Причем шут, а не трикстер. Не трикстер. Трикстер – это хитрый обманщик, манипулятор, да? А здесь просто, ну, реально фокусник, шут и такое что-то вот. Требует очень много времени. Ага. Ну, а что еще остается? Сам решил. Сам решил, никаких других смыслов пока нету. И вот тут вот начинается все самое веселое в настоящем. Как то есть, смотрите, расклад на меня был куда серьезнее в том плане. Оценка личности была более серьезная. То есть, маргинал сразу шут в философии. А я прям сразу философ, ищущий себя человек. Причем, я думаю, с прошлым он немного хитрит. И он говорит, что он не знает маргинала. Я думаю, он знает. Но он знает и делает вид, что не знает.
Вот сейчас будем с настоящим бороться побольше. Интересно, что там будет в настоящем все же. Перевернутые любовники, перевернутая башня, которая вообще... Куколдинг! Куколдинг! Сейчас будет... А вот это вот перевернутый любовник означает куколдинг. Не выпало из всех прекрасных карт. Перевернутые любовники. Это какой-то выбор, сделанный по принуждению. Выбор не сердца. Человек делает, скажем так, не то, что ему хочется делать. Отказ от того, что делать хочется. Может быть, расставание. Может быть, что угодно. Но похоже... А может, и расставание, кстати. Может, и расставание, потому что дурак — это дурак. Ну, очевидно, это не знание, не понимание, да, это какие-то... Человек ввязывается в новую область, но он-то считает, что он в этой области вот все знает, все понимает, а на самом-то деле он в этой области не понимает вообще ничего. Так, чуть надо убавить. Кстати, Тамбергу я бы посоветовал вообще классическую музыку не врубать. Опасно. Бан, может словить бан, соответственно. Потому что музыка, она вообще сразу автоматом может в бан засчитаться. Хорошо, что он до сих пор его не словил, бан. Хотя, может быть, он какие-то нормальные композиции с нормальных этих записывающих компаний, которые ему никак не мешают. Вот это все делает, но вряд ли. Элька, ну зачем вы называете меня высшими силами? Зачем вы это делаете? Перевернутый рыцарь чаш – это, ну, можно сказать, пылкий любовник, который растерял свой любовный пыл. А дурак – это вообще не понимание того, что происходит вокруг, куда я попал. Да? То есть дурак, он ему прибывает... Шат, походу, шептал ему про маргинал. Если бы. Мы, к сожалению, с Тамбергом не общаемся. Он уверенности, что он-то все знает в этой жизни. А вдруг выясняется, что он вообще не... Ну, я думаю, он как-то знакомится. Ну, или, по крайней мере, ему достаточно кинуть несколько таких вот достаточно скромных взглядов. Вот так вот посмотрел немножко на канал, посмотрел на контент, немного посмотрел, и уже составил впечатление и некоторый психологический портрет. И поэтому он может вот буквально вот всю прошлую концепцию как-то более-менее вразумительно изложить, какие бы карты не выпали. Мне кажется, так, это грамотный, хороший, специальный психологический подход, очень сильный. Но он говорил и про тебя, что смотрел. Да, ну, он немножко посмотрел. Он и здесь, он и маргинала до стрима немного... Ну, сейчас он нам показал, что он его немножко посмотрел. И меня, видимо, немножко посмотрел. Он тоже это сказал. Это нормально. Это вообще, в принципе, правильно. А, вот с маргиналом мне просто не очень верится, что он прям вообще про него ничего не знает. Хотя хрен знает. Да, Белл, тут не обязательно прям очень подробно знакомиться, но, возможно, человек действительно очень вероятный психолог такой, знаете, ну, психолог не в смысле ученый психолог, а в принципе по портретам может предположить наиболее вероятный путь. Он, в общем, смотрит на человека, смотрит контент, озирается, да, что там есть, что предложено, что у нас имеется. И из этого уже быстро делает выводы, которые очень вероятны. Ничего не знает, он косячит постоянно. И вот перевернутый рыцарь чаш. Я подозреваю расставание. Вы говорите, девушка есть. Вот похоже, что с девушкой как-то не сложится. Потому что, скажем так, для опыта в любовных делах философия как бы бессмысленна. Там да просто... ну! Да ну вы что? Мой опыт в любовных делах обусловлен исключительно философией. Прошу прощения, философия это мой путь к вагинокапиталу. Так скажем. Нет ничего более эффективного, чем философия. Другой опыт немножко. И вот дальше крушение планов. Башня. Башня. Привет, Аянкел. В магию верю, не верю, я же скептик, я не знаю. Форс-мажор. Так, Белл, но его кинуло уже много девушек, поэтому считается, конечно, считается, ну ладно. После которого жизнь уже не может быть прошлой, прежней, то есть. И вот здесь выпадает тройка мечей. Ну, куда решение развиваться, двигаться дальше, а перевернутое вот колесо фортуны...
Вообще, колесо фортуны это так, да, движуха, да, это успех, это удача, но перевернуто, это такие белище колесо скорее. Белище колесо, где фортуна-то, она ни у кого ее нету, там только белки в колесе бегают и все. Создается некая видимость. И вот похоже, что, ну, надо это уточнить, да, что ж такое с колесом-то у нас? Семерка монет, четверка монет. Про деньги что-то. То есть, вероятно, крысиные, да, бега, как белка в колесе за деньги пашет, да, как-то так? Убермаргинал кормится со своего канала. Но вот, похоже, что что-то помешает ему кормиться дальше. Смерть 27.07. Ладно, прошу прощения. Я очень надеюсь, что Маргинал живым останется. Вообще не желаю ему никакого зла. Желаю, наоборот, развития в творческом пути. Желаю, чтобы у него все было очень хорошо на самом деле. В итоге хотя бы, да? То, что сейчас делает Убер Маргинал, конечно, мне не нравится. Мне, в принципе, вот его период в философии от 2018 где-то, 2019 года, вот по сегодняшний день, мне нравится значительно меньше, чем то, что было раньше, соответственно. Раньше он был и повеселее, и пободрее, с точки зрения интеллекта, философии, и что-то больше интересных вещей выдавал. Сейчас что-то уже вообще как-то не туда. Не туда, короче. Что-то помешает ему кормиться дальше, похоже, какие-то проблемы ждут. И что за проблемы у нас? Рыцарь, валет мечей и тройка... Опять же, про деньги. Что-то очень много денег. Вот такое чувство, да, возникает. Ну, опять же, валет монет, да, это незнание. Новая область. Танатос. Да пребудет с вами сила. А тройка — это новый проект финансовый. Да, и здесь новый проект, и здесь новый проект. Похоже, маргинал. Не такой уж и маргинал. Ну, маргинал вообще никакой не маргинал. Он в философии, например, вообще не маргинал. Он буквально выбирает себе в качестве своих собственных философских взглядов самые банальные концепции, ну, чтобы вы понимали, да, насколько маргинал на самом деле маргинален. А на самом-то деле всерьез задумывается о деньгах. И он начал понимать, что деньги – это действительно всему голова. Это философия. Это хорошо поболтать об этом. Там, сказки рассказать. Ну, так и есть. Маргинал уже давно просто зарабатывает деньги и все. Причем уже не совсем философией даже. Но для реальной жизни нужны раз, два, три. Сколько монет выпало? Сразу много. Сразу много, и причем все они. Это семейный бюджет, новый проект и еще как бы новый проект тоже удачной инвестиции. На фоне форс-мажора. То есть, судя по всему, да, человек почувствует угрозу кризиса и... Пишет, ну, маргинал в биологии и политике маргинал, ну, потому что он в этих областях вообще даже близко не разбирается. Но он там даже не магистр, не бакалавр, никто. Просто чувак со стороны. Задумается именно о деньгах. И дальше колесница. Колесница-то понты. Как вы себе представляете философа-маргинала, который вдруг стал говорить, что деньги всему голова и хорошая машина – это гораздо круче, чем весь ваш Гегель с Фейербахом? Ну, маргинал не любит ни Гегеля, ни Фейербаха, вообще никого почти из философов он не котирует, как ни странно. Ну, то есть тут как бы лол. Маргинал уже, да, в смысле, Чигир пишет, и в итоге Марго станет прагматиком, а... Он еще не стал прагматиком, как у меня следующий вопрос. Он даже науку трактует в прагматичном ключе, по большей части. Что, кстати, не очень интересно. Он уже так считает, Джон Дой пишет, правильно, он уже так считает, да. Так. Дама монет и рыцарь мечей. Вот я бы так сказал, Ну, это не то, что там как бы подкаблучник, нет. Но похоже, маргинал действительно повзрослеет. И всю вот эту там душещипательную философскую лабуду из головы-то выбросит. Так он уже выбросил. Нет, это хозяйка очага, видимо, это женщина. Это женщина, причем женщина хозяйственная, женщина серьезная, все под контролем. А может, мужчина? А рыцарь мечей – это такой мужчина, который вот он хочет всем доказать что-то. И колесница понты. То есть я так понимаю, вот могу предположить, что эта вся троица означает такой сакраментальный вопрос.
Если ты умный, то где твои деньги? В смысле? Вопрос крайне... У него дохуя денег. У него уже дохуя денег. Неприятный, потому что люди его боятся задавать себе. Так это хуё дурацкий вопрос. Интеллект и деньги никак не связаны. Ну, вообще никакой взаимосвязи между интеллектом и деньгами не имеется. Есть огромное количество тупых людей, у которых куча денег. С другой стороны, есть огромное количество умных людей, у которых денег нет. Ответ на него слишком... Понял, Белл, может быть и может. Негативный. Если у тебя нет денег, то все, что ты там себе думаешь, это все фуфел. Нет. А если ты умный, научись зарабатывать. Нет. Нет, это вообще не связанные вещи. Их можно связать, а можно не связать. Иногда интеллект и деньги друг друга дополняют, но чаще всего это вещи, идущие просто вот параллельно друг от друга в разные стороны. Человек, который топит в деньги, ну, он становится каким-нибудь там менеджером, хуенеджером, не занимается интеллектуальной работой в основном, а занимается менеджерством, зарабатыванием бабла, рекламой и прочей хуйней, да? То есть специализируется на зарабатывании денег. Все. Все, как бы. Как бы так. Ты говоришь нет, но маргинал буквально так считает. Ну, окей. Маргинал может буквально так считать. Научись деньгами управлять. Цунада пишет, сложно представить себе человека без интеллекта, который долговременно остается на плаву в большом бизнесе. А как же Илон Маск? Как же Дональд Трамп? Я не знаю. Вы просто посмотрите на людей. Просто посмотрите на людей, у которых есть деньги. Они туповатые, почти все, очень наивные. Да, у них есть определенные навыки денежные, которые позволяют им зарабатывать бабки и удерживать бабки. И как бы вот с денежными всякими операциями работать. У них знания есть в данной сфере. Но сфера денег это не интеллектуальная сфера. В ней нет ничего сверхумного, сверхинтересного. Чего-то какого-то интересного и сложного вопроса в ней нет. Здесь нет никакой сверхзадачи. Деньги и деньги, короче. И вот похоже это об этом. Похоже, Uber Marginal действительно становится, ну, перестает быть таким философом. Опять же, я не уверен, что он философ, ну, я... Он уже перестал. Так вот, пролистал в свое время там его видео, мне показалось, что он философ. Могу ошибаться. Но вот это похоже, что он философом перестает и становится, ну, более здравым и взрослым человеком. В смысле? Потому что если ты хочешь в этой жизни чего-то из себя представлять, деньги, они как бы должны быть, без них никак. Не, ну богатые люди не совсем идиоты, но то есть это не умственно отсталые люди, определенно. Это люди, ну, чуть-чуть выше среднего ума. Вот хорошо быть чуть-чуть выше среднего. Вот так вот. Вот, чуть-чуть выше среднего, и вы уже можете зарабатывать деньги и функционировать нормально. Нормально, нормас, хорошо. Хорошо, чуть-чуть выше среднего, чтобы быть выше большинства ваших потребителей, чтобы можно было с ними как-то играть, наебывать, как-то, в общем-то, с этим работать. А вот если слишком выше среднего, вы, наверное, начнете интересоваться куда более важными вопросами, связанными с миром, с бытием, и, наверное, захотите на это бытие как-то повлиять своими идеями. Вам не обязательно, ну, то есть, ни один философ за всю историю, который реально повлиял на мир, Карл Маркс, Энгельс, Гегель, Ницше, люди, блядь, Платон, Аристотель, которые реально мир изменили вокруг вас. Мы живем в их мире, как бы, понимаете? Или в мире, на который они очень сильно повлияли. Мы живем в мире, которое изменено что-то вот ими. Соответственно, их идеями и их последователями. Они нередко были самыми богатыми людьми в своей эпохе. Даже не, они были, ну, не сам, ну, даже не входили в число самых богатых и даже близко к тому. Нет, я не представляю себе бизнесменов на фоне стереотипов Цунады. Я видел бизнесменов, я знаю лично бизнесменов, и они по большей части далеко не самые умные люди. То есть, с другой стороны, я знаю нищеёбских профессоров, которые на несколько позиций выше. То есть, вообще несравнимые категории. То есть, буквально, если смотреть... Буквально, Цунада, если смотреть на какого-нибудь типичного бизнесмена, который хорошо зарабатывает, он просто полный идиот по сравнению с каким-нибудь нищеёбом профессором по философии, который зарабатывает 1050. Просто полный кретин, понимаете? Даже по всем человеческим параметрам. Ведь помимо специальности есть некие еще, знаете, человеческие качества, в которых интеллект проявляется. Это не только...
Это не только, знаете, ум в своей специальной сфере. Интеллект, он в целом на все в вашей жизни влияет. Он всю вашу жизнь вот венчает, приукрашивает. Он делает вашу жизнь более разнообразной, более многофакторной. Он дает вашей жизни какой-то поиск вести, делать что-то. Вот бизнесмены, по большей части, ёбнутые. Вот-вот, вообще тупые. И дальше идет семерка жезлов. Это иллюзия власти, иллюзия влияния. Интернет это или не интернет? Пока не знаю. Так. Да, акулы бизнеса в западноевропейской сфере просто гении. Опять же, Илон Маск. Просто пиздец. Человек высшей, блядь, степени интеллекта, конечно. Четверка мечей и пятерка чаш. Ну, опять же, влияние. Возможно, это влияние через интернет. Все-таки топовый блогер, он влиятелен. Какая-то иллюзия власти у него есть, но он сам понимает. Он сам, вероятно, переосмыслит это все. То есть поймет, что тут как бы бал... Не, Артем, я не согласен, что средний бизнесмен сообразительней среднего работника сферы высшего образования. Вообще не согласен, на самом деле. Баланс. Нужен баланс, да, это карта баланса. Как я хочу, как я могу, как надо, как получается. И пятерка чаш – это разочарование, ну, скажем так, в смысле всего этого. Маргоша. Ну, то есть, опять же, какой-то жизненный тупик, он продолжается, да, то есть, вероятно, все-таки он будет искать какие-то выходы, какие-то решения именно внутренние, то есть, не нравится оно, то есть, вот вроде все есть и, как говорится, даже где-то на заднице шерсть, но что-то вот не то, да, вот пятерка, это что-то не то, вот что-то вот не того хотел. Не того хотел, да, и вроде как все понимаю, и вроде как меня уважают, но не нравится, надоело. 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 Похоже, надоело. Что убер-маргиналу надоело. Надоело. Надоело, и он надоело. Тупо ждет повод как бы соскочить. Как бы соскочить с этой темы и стать кем-то другим. И вот тут возникает фигура короля жезлов. Это шат. Власть. Это я, король жезлов, я здесь, гачи микс тренд, короче, начинается, это я, ребят, король жезлов. Власть. Девятка, это какой-то, судя по всему, серьезный человек. Это я. Король жезлов, король это власть. Жезлов. Да, это часто может быть силовик. Это я силовик, чиновник, блядь. Крупный. Крупный, блядь, человек, силовик, это я. Король жезлов, я силовик. Да я понял, что это не так. Ну, вообще, какой-то авторитетный человек. Девятка, это авторитет, он явно принадлежит к некой большой структуре. Он большой руководитель. А вот четверка чаш. Ну, Артем, слушайте, большинство бизнесменов, которых я вообще видел, это долбоебы, которые пришли с курсов каких-нибудь там бизнес-молодости и прочей хуйни. Они очень сильно мотивационно заряжены. Надо пробовать, надо стараться, и все получится. Надо думать правильно, вселенная все решит за нас. Вот буквально большинство таких людей, понимаете? Я не знаю, вот нижний порог бизнеса, он заполнен вот такими людьми. И если вы сравниваете этих умственно отсталых идиотов, непосредственно с людьми, которые в высшем образовании преподают, ну, по-моему, люди, которые в высшем образовании преподают, они намного лучше и сообразительнее, и умнее, самые нижние, да, самые глупые из них, умнее намного, чем вот такая ниша нижнего бизнеса, так скажем, который вот бизнес-молодость, круто, классно, замечательно, старайся, мысли, и вселенная все сделает. Вот таких идиотов, это, ну, их вообще, по-моему, отстреливать надо, они тупее даже, чем, ну, скот на, не знаю, где на улице. Это расставание, да, все переругались, да, никаких нормальных отношений нет. Может быть, случится такое, что действительно как-то власть в лице какого-то знатного, ну, большого человека вмешается. То есть, вот это надо попробовать копнуть еще. Что это все-таки означает?
Не, ну, Белл, если суд в глаза, тогда окей. Но я лично, я прям очень близко и очень лично знал некоторых из них. Прям очень лично и очень близко. И мне бы ссать в глаза и уши они бы не стали, понимаете? Настолько близкое общение, ну, не подразумевает того, что человек будет тебя наебывать, так скажем. Обычно не подразумевает. И у меня есть подозрение, что там все реально искренне было. Очень стойкие подозрения. Папесса и перевернутая двойка. Папесса. Папесса — это близкий человек, перевернутая двойка — расставание. Вот предположу, что так, ладно, еще пока рано предполагать. Посмотрим, что еще здесь у нас. Перевернутая умеренность, двойка монет. Я предположу, что вот эта вот женщина, с которой он там будет, ради которой что-то делать, она, вероятно, из какой-то довольно успешной семьи. Но вот из-за вмешательства родителей, могущественных родителей, союз распадается. И здесь вот тоже перевернутая умеренность. Это, можно сказать, муза, которая стала стервой, да. И деньги, это небольшие деньги. Вот похоже, что все-таки финансовые проблемы, они скажутся на его семейной жизни. И в итоге расставание, разрыв. Разрыв с человеком, которого, в общем-то, любишь, который близок, которому доверяешь. Вот и из-за, вероятно, там, не знаю, родителей. Что-то вот такое вырисовывается. И заканчивается все восьмеркой чаш. Перевернутый, да. Алкоголизм, блин. Перевернутая же восьмерка чаш. Ну и что там будет? Алкогол? Ну это, скажем, неудовлетворенность собой, но каким аспектом? Каким аспектом себя? Императрица и девятка. То есть недовольство и женским полом, и собой. То есть это разочарование в жизни. Кризис, кризис, который, конечно же, не смерть. Но... Но до 27-го, точнее, до 7.07.2021 совсем чуть-чуть осталось, как бы. По всему, это вот неудачи в любви, они будут его добивать. Неудачи в любви, неудачи в делах, потому что, ну, скажем так... Вдруг выяснится, что вся эта интернет-слава, она очень мало чего стоит. И вот это приведет к довольно неприятным осознаниям. Осознанием того, на что ты тратил свою жизнь. Кем ты стал? Какую-то фигню, и ты собой недоволен. Вот то есть, под песню Оксимирона будет сидеть. Маргинала ждет явный личностный кризис. Без которого никак он... Так у него, блядь, по-моему, уже года три идет этот личностный кризис без остановки просто. Чувак позиции как перчатки меняет, у него перепады настроения тотальные, он то, блядь, агрессор, то всем смерти желает, то еще чего-то желает. Он почти никогда не находится в нормальном расположении духа, он пиздец какой токсичный, от старого паука не осталось вообще ничего практически, кроме кринжа. И это довольно печально. У него реально, по-моему, очень давно кризис. Но он, по-моему, бухал буквально вот почти весь прошлый год и не так давно закончил и начал выдавать более-менее членораздельные предложения, наконец-то. Это давно такого не было, что маргинал смог выдать членораздельное предложение, когда обсуждал какие-то контент, какие-то видосы. Но в данном случае со мной мне заказали видос, где маргинал действительно нормально что-то разобрал. Ничего себе! Да, тут, я предполагаю, там с алкоголизмом тоже было многое связано, и он наконец-то вернулся после всего этого говна. Воскрес непосредственно, взял себя в руки, и теперь у него есть какие-то, ну, какой-то шанс. Но у него давно кризис, по-моему. Он, через него проходят все. Но вот... Вот как бы от этого не убежать. И что с этим может быть связано? Десятка жезлов и перевернутый валет. Это, я бы сказал, карта бессилия. Карта бессилия перед силой, перед государством, перед властью. Понимание того, что ты, при всем том, что ты вроде как топовый блогер, ты в реальной жизни никто.
И государство тебе это показывает. Ну, опять же, может быть... Налоговое. Не как там, Хованскому показывает. То есть это вопрос не посадки явно. Это просто демонстрация силы, которая показывает, что ты никто. А знаете, кто демонстрирует эту силу? Александр Шадов! Ладно, шучу. Ну да ладно. Перевернута дама жезлов в справедливость. Ну, я так, опять же, склонен считать, что это про женский пол. Недовольство женским полом. Женский пол нелогичен, ведет себя черти как. Что ему надо вообще? Как с этим управлять, непонятно. Вот. Так что, судя по всему, главные проблемы маргинала, они будут связаны не с интернетом, а с реальной жизнью. Трактир пишет: налог от слова «нал». А знаете, что бывает, если денег нет и нет налога? Бывает «анал». Он выйдет за пределы своей, так сказать, уютной конуры с камерой там всякими этими хромакеями и прочей техникой в реальный мир. И окажется, что в реальном мире это все куда сложней. И философия здесь не помогает вообще никак. Не помогает ни в зарабатывании денег, ни вообще... Ну, к сожалению, вот мне философия помогает. И в зарабатывании денег... И вообще в устройстве жизни, как ни странно. Вот у Тамберга, по-моему, есть некоторые предрассудки по отношению к философии. Может, потому что он ее очень плохо знает, прям очень плохо, но поверхностно что-то слышал, и все. Чигир пишет: Шадов шутит, как моя мама. А вы знаете, с чем это связано? Это я ее научил. Ладно. В общении с женщинами, не в общении с сильными мира. Как ни странно, учат в общении с женщинами вообще класс. Красиво. То есть... Настоящая, хорошая, скептическая философия учит вас засаживать вообще всем, короче. Кому угодно. И государству засаживать, и девушкам засаживать, и, блядь, и маргиналу засаживать, и магам, блядь, из Гойгаи засаживать. Философия позволяет засадить любому вообще без смс-регистрации. Вот серьезно. Вот нет вообще ничего полезнее философии. Ну, вот дядь, вот серьезно, нет вообще ничего полезнее философии. Даже когда ебаные бизнесмены начинают какую-то хуйню и страдать, какие-то причины придумывать, как-то что-то осмыслять, они философией в некотором смысле занимаются. Самые лучшие люди в той или иной сфере, они имеют некоторые черты философов, потому что они могут что-то новое придумывать и вносить в этот мир какие-то идеи, концепты, которые они внедряют в свою деятельность, и в итоге эти концепты могут зайти и принести этим людям, ну вот, мировую славу, богатство, успех или еще что-то, или нет. Сказал, что маргинала будет просто жизнь прессовать. Ну как прессовать? Да не через тюрьму, не через какие-то страшные вещи, но просто будет через женщин показывать ошибочность его убеждений. А это очень тяжело. Ну, я не знаю, какие у маргинала убеждения, потому что он их меняет каждый год. Приходится к новому маргиналу подстраиваться. Такая штука, это очень надолго, это очень трудно принять. Вот, поэтому прогноз на маргинал у меня такой... Да более того, у маргинала одну неделю одни убеждения, а потом через неделю он уже другие выражает. Так что тут я вообще не уверен, что человек философией занимается, у него есть какая-то позиция. Вот грустный, то есть он не... смертельный, но это явно путь переживаний, путь долгих осознаний, осмыслений многих вещей, которые ты не замечал. Да, вот если бы маргинал мог бы стать скептиком абсолютным, он бы избавился от большинства своих терзаний и смог бы искать свой путь в бесконечности всевозможных вариаций, во фрактале вселенского подобия и так далее, так далее, так далее. У него не было бы никаких ограничений. Вот это было бы круто, на самом деле. Вот если бы люди стали скептиками, они бы от стольких проблем бы освободились, эмоциональных, интеллектуальных, вообще кайф. То, что философия все-таки в современном виде, но это такая вещь. Да, в современном, конечно, такое себе. В современном, конечно, такое себе, но есть люди вроде Александра Шадова, которые не занимаются философией в современном виде. Ну да ладно. Бе. У нее нет практического смысла.
ну, как сказать, вот наука — это практический смысл философии. В 20 веке философия повлияла на развитие науки и косвенно повлияла на практику. Есть также этика, то есть практическая философия, разновидность практической философии. Есть политическая философия, тоже разновидность практической философии. Тоже в 20 веке, кстати, всякие околофилософские течения, ну, очень неплохо так в мире развивались. Есть целые страны, построенные по идеям тех или иных мыслителей. А в нашей жизни нужен практический смысл. Ну, дядька просто не понимает, как мир устроен. Ну, просто прошу прощения, Тамберг может быть и взрослый, и опытный, и интересный, но у него представление о философии, как у доярки, которая вот коровку вот так чук-чук-чук-чук-чук. Ну, бывает. Вот. У многих людей такие представления о философии. Такие вот у нас... Такие у нас сегодня прогнозы. Что там вы мне написали интересного?